Вот мы сейчас находимся у могилы Иммануэля Канта. Скажите, пожалуйста, вот само это сооружение, оно ведь возникло не сразу, не когда умер Кант, да? Нет, само это сооружение возникло уже в 20 веке, в 1924 году. И это пятый вариант, как я называю, эпитафии Иммануэла Канта. И не сразу складывалось осознание, понимание, значимость и возрастало, и множилось почтение Канту. Это проходило в течение, я бы хотела сказать, после смерти, нет. В течение жизни складывалось и наблюдался Кант, а по его смерти постепенно именно он входил в сознание и горожан, и других людей, которые его знали только по работам. И поэтому первая эпитафия была «Любовь друзей к мудрецу». Сначала просто Иммануэл Кант, потом «Любовь друзей к мудрецу». Потом появилась эпитафия, здесь увековечен достойно «Великий учитель юноша, думай, как увековечить себя». То есть потом была эпитафия великому учителю. Потом здесь появляется роспись, строится часовня, и появляется роспись, копия фрески «Афинская школа». Понимаете, то есть его уже, и перед этой копией стоит бюст Канта, то есть его уже причисляют к сонме, к империи философов, ну, на тот момент Европы или мира, да. Ну, а в это же время выходит работа в Японии, где его причисляют к учителям восточным, картина, где изображен и Будда, и Сократ, и Кант. То есть, понимаете, вот как происходило? И вот это уже, мне очень нравится сюжет этого открытый часовник, как я ее называю, потому что когда-то в 19 году здесь побывал представитель России Сумароков, из семьи Сумароковых, да, тоже ученый, и который сказал даже, что негоже человеку, несущему свет, лежать, то есть как-то находиться в чулане, что он должен сиять на открытой площади. Это было через, я скажу, через 15 лет после его смерти. То есть сюда нескончаемом потоке всяк проезжающий подходил, и это видели горожане, это видели те, кто был вот в этом небольшом университетском городке, как я его называю, где мы сейчас с вами находимся, и то есть друг друга питали осознанием этим. Вот существует мнение, что пока человек жив, пока о нем помнят, когда цитируют, читают его произведения, как вы считаете, вот Иммануэль Кант, он до сих пор жив в памяти людей. И насколько жизнеспособными оказались его идеи? Опять же, моим дорогим слушателям или моим дорогим гостям, которые приходят, в какой-то момент в своей экскурсии я говорю, вы знаете, он в каждом из нас живет. И перечисляю, по крайней мере, 15 или 20 представителей литературы, начиная от Жуковского, Пушкина, Толстого, Достоевского. И у меня целый список произведений, через которые к нам пришел Кант. Либо прямым упоминанием его имени, либо представлением его суждений, переломлено в своих произведениях. Причем это я о них не просто беру, я прочитала это произведение раз. С другой стороны, я прочитала исследования ученых в области литературы. То есть мне хочется просто довести, и люди действительно начинают видеть Канта в тех произведениях, потому что я им привожу конкретные цитаты. Вот, поэтому в Кант живет, даже когда не знает. Ну, а когда начинаем говорить, например, к вечному миру сегодня, что это и как, люди не представляют, что это такое. И да, я им даю небольшую информацию, и действительно, говорят, что это актуально, нужно. И все его те пять статей, которые там содержатся, плюс тайны, должны висеть где-то, быть предъявлены публике в общественных пространствах. Это можно, это нужно, потому что оно дисциплинирует.
Вот сейчас мы находимся у могилы Иммануила Канта. Говорят, что человек до тех пор жив в памяти людей, пока о нем вспоминают, его цитируют. Вот как ты вообще считаешь, Иммануил Кант, его идеи бессмертны? Бессмертны. Ну, а именно какие? Ну, их много. Ну, самая такая идея, которая до сих пор еще живет, цитируется, жизнеспособна. Ну, наверное, категорический императив. Вот если так среди широкого круга людей, наверное, так. Ну, идея вечного мира, их много на самом деле. Uh-huh. Вот идея вечного мира. Вот, ну, я говорю, для меня как философ все-таки несколько другое значение он имеет. Я бы все-таки отличал его в философском плане, да. Ну, так как я его понимаю. Ну вот вообще Кант говорил о том, что бессмертие души является одним из необходимых условий нравственного поведения человека, его стремления к счастью. Да, это очень объяснимо, да. Но это я скажу так, вот на мой взгляд, все-таки это, я исхожу все-таки из различия между религией и философией, там, да. Вот то, что нам в религии дается как некоторое божественное откровение, то Кант в данном случае говорит о том, что это и внутри человека должно быть, и вот философия к этому подошла. То есть она как бы то, что нам бессознательно дается в религиозных догмах, там, истинных и так далее, и это нормально. Но философия немножко другая задача, чтобы это сделать сознательным для самого человека. И вот в этом смысле, да, то есть вот то, что говорит Кант о бессмертии души, вот это такая, так сказать, философская как бы подход к этому делу, то есть сознательно, что без вообще никакой нравственности и морали, без бессмертия души человека невозможно, говорит. То есть если человек смертен, осознает это, да все, тогда Бога нет, бессмертия нету, тогда, говорит, твори все, что хочешь. Вот по поводу Бога, да, одним из третьих необходимых постулатов в книге «Критика практического разума», он все-таки говорит о том, что Бог необходим как гарант стремление людей к счастью, оценки нравственного поведения, добродетели. То есть я бы все-таки назвал, что это философское, говорится, да. То есть он не как богослов, как не религиовед, здесь выступает. Это философское такое, да. В котором, говорится, еще внутри философской системы, в котором все-таки находится место религиозному Богу. Да? Вот, например, Гегель, он уже просто распрощался, говорится, там абсолютный разум, говорится, это и есть уже такое чисто философское понимание Бога. И все, за что потом его потом критиковали слева, справа. Ну вот в Википедии как-то источник сведения говорится о том, что Кант был безбожником. Нет. Но другие философы говорят, что он не мог быть безбожником, нет, потому нет, что он выводил Бога как необходимые условия. Да нет, конечно, да, у него свое религиозное, то есть у него свое понимание как бы религии, да. Нет, я говорю о Боге в данном случае. И о Боге, и религии, свое понимание достаточно критическое, безбожником он не был, это однозначно. А как ты думаешь, люди вот сегодня в практической жизни, не только философы, руководствуются его максимумами? Да нет, вот это сложная проблема, скорее всего, нет. Да, то есть вот так вот конкретно индивидуальные люди какие-то отдельные, скорее всего, нет. Потому что философские истины – это не то, что вот можно там намазать и в хорошем, и в плохом смысле на бутерброд. Нет. И опять же, то есть основная масса людей, и не знает, Но это не страшно, там, да. То есть. Извините, пожалуйста, мы снимаем фильм об Иммануиле Канте. Можно задать вопрос? Ну, давайте. Вот чем вам интересен Иммануил Кант? Пока что ничем. Вообще ничем? Может, идеи какие-то или жизнь его? В целом. Нет, пока ничего. Ну а что о нем знаете-то? Просто что тут его могила. Что он философ, что он немецкий философ какой-то известный. Какие у него были философские течения, чего он придерживался, я, честно говоря, не знаю. Ну, подробно. Но хотите узнать? Ну, когда захочу, тогда узнаю, да. Ну сами-то вы вообще размышляли о философии, о смысле жизни? Конечно. Ну и вот лично для вас можно узнать, в чем смысл жизни? Там смысл жизни. В том, чтобы жить. К жизни как бы относимся
как-то, не знаю, как мимолетно, все мы частички космоса, который рано или поздно вернется обратно в космос. Как бы мы здесь, можно сказать, проездом наслаждаемся каждым моментом. Вот такой смысл жизни. Вот и некоторые считают, что Папа Римский говорил, что жизнь – это путешествие. А я вот лично считаю, что жизнь – это командировка. То есть нас сюда, в прекрасную планету, в прекрасную страну поселили, ну, для того, чтобы мы что-то тут, значит, сделали, что-то приобрели, чему-то научились. Как вы думаете, зачем? Чему мы должны за эту жизнь научиться? Это как бы маловероятно, очень маленькая вероятность, потому что очень много людей на Земле. Что именно ты что-то сделаешь, что именно ты что-то стрельнешь, так как бы все твои действия, все твои поступки рано или поздно к чему-то приведут. Приведут ли они к чему-то известному и сделают тебя каким-то знаменитым, это как бы вероятность очень маленькая. А так нужно прожить достойную жизнь, достойного, ну, человека, можно сказать. И если удастся в чем-то преуспеть, то да, ну, тебе повезло, ты счастливчик. Если не удалось, то ничего страшного, как бы. А вы слышали о категорическом императиве Эммануэла Канта? Ну, что-то, понятие? Что-то, да, слышали, но точно его определение... Ну, формулировка такая, что ты должен поступать в соответствии с таким принципом, законом, который бы мог стать законом для всех, законом Вселенной. То есть жить по такому закону. Тоже интересная мысль, да. Возможно, ее стоит придерживаться, согласен. Извините, пожалуйста, вот мы снимаем фильм об Эммануэле Канте. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Вот что вы о нем знаете, с чем вам интересен этот человек, этот философ? Ну, о нравственности замечательная. Ну, какую вот его мысль вам наиболее близка к Канте? Близка? Ну, он о человеке, о душе, это, так сказать, писал и исследовал. И вот мне очень нравится то, что он верил, я забыл, как потенциализм, по-моему, вы знаете, вот эта вера, вот, делать людям добро просто так, без всякого отклика, без всякого, так сказать... Своей корысти. Без своей корысти, да-да-да. Вот. Ну, это реально, вы считаете? Вот это вообще требовать от людей, чтобы они поступали не своекорыстно и делали для других, ничего не желая для себя? Ну, вы знаете, это сейчас очень редко. А Эммануэл Кант, по вашему мнению, был верующим в Бога? Да, он верующий, глубоко верующий. Он теологию изучал, он стихи писал, он вообще продвинутый человек для своего времени. Он, по-моему, географию и... Ну, какую-то мысль историю Канта, вот вы можете так вот воспроизвести его многочисленный афоризм? Вы знаете, кроме того, что кто-то в луже видит грязь, а кто-то звездное небо, по-моему, лучше ничего и не скажет. Пожалуйста, мы снимаем фильм про Эммануэла Канта. Можно задать вопрос? Да. Чем вам интересен этот человек? Да честно, как-то я бы не сказал, что он нам интересен. Но кто-то... какую-то мысль Эммануэла Канта вы знаете? Какую-то идею? Нет. Его тоже не знаете? Нет, честно, нет. Ну, вообще, тогда зачем философы-то нужны? Ну, как-то вдохновлять, наверное, просветлять людей. Ну, я так думаю. Ну, это помогает вам, например, задумываться о смысле жизни, философия? Как-то я свой... думаю, да. Помогает. Я думаю, да. Вот. Да, нет, философия, безусловно, нужна. Нужна? Да, да. Но она такая практическая наука или все-таки абстрактно-теоретическая? А вот это сложный вопрос. Ну вот когда человек думает о смысле жизни, он для себя формулирует какое-то там моральное правило, да? Угу. Вот у вас есть какое-то такое моральное правило? Или, как говорил, моральный закон внутри нас, как Эммануэл Кант говорил. Есть у вас такой? Сложный вопрос. Сложно. Ну а смысл жизни для вас? Для вас лично в чем? Семья, я думаю, в первую очередь. Семья, дети. Да. Да, семья. Ну и добро. Творить добро. Творить добро. Да. А вот Эммануэл Кант говорил, что человек может творить добро как бы с пользой для себя или бескорыстно.
То есть, не бескорыстно, безусловно. Вы считаете бескорыстно? Да. А способен человек творить добро бескорыстно, да, ничего себе при этом не желая? Вы способны? Ну, творя добро, даже бескорыстно, он желает как бы удовлетворить себя, помогая другим людям. То есть все равно что-то себе хочется? Ну, это скорее, ну, что-то хочется, но это не материально. Даже если не материально, ну, например, чтобы его имя, его благодеяние было там золотыми буквами выбито. Нет, я думаю, нет. Тогда, ну, безусловно, бескорыстно возможно. Какая идея Канта вам наиболее близка? Ну, вещь в себе, трансцендентальная перцепция. Не, больше там критика чистого разума Иммануила Канта, а именно его... Ну, в любом случае, как бы любое философское течение, как бы, ну, нового возникающее, возникает ввиду отрицания предыдущего. То есть предыдущим как раз философским течением было то, что человек изначально обладает чистым разумом, и в него как бы, то есть, вкладывается именно только то, что ну, то, что он получает в результате как бы жизнедеятельности, те знания только у него и есть. Как бы Кант, насколько я помню, вот, подверг критике эту теорию, говоря, что мы от рождения как бы получаем уже некие... Априори. Да, априори как бы некие знания. Да? Вот. Ну... ну, а из моральных, так сказать, максимум какая вам наиболее близкая? Знаете, как бы я больше в Ницше как бы увлекаюсь по этому Канту. Ну, не настолько хорошо помню Канта. Мне импонирует мысль Канта о том, что все человечество, оно разное, но в то же время живет в одном доме. И этот дом – наша земля. И мы должны быть близки по духу между разными, так сказать, национальностями, разными вероисповеданиями, и понимать, что мы на этой земле всего пришельцы, которые пройдем и через какую-то секунду уйдем в вечность. А то вечное, то, что сеял Кант своими философскими идеями и учениями, они, эти идеи, остаются вечны. И поэтому мы, эти маленькие песчинки на земле, должны все-таки приобщаться к вот этим философским учениям Канта и хотя бы немножко следовать им. И тогда все у нас будет хорошо. По Канту я писал кандидатский минимум и глубоко уважаю его как именно изобретателя категории совести. Категорический императив и звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня, вот за это. Вот у вас есть такой нравственный закон внутри? Вы можете сформулировать? Если бы... Так это называется совесть. Нет, ну все-таки для вас лично, вот все-таки, вот как надо, как он говорил, что надо поступать так, чтобы принцип твой или закон твоего поведения был законом Вселенной. Вот у вас... Ваш принцип какой? Совершенно такой же. Ну какой, какой? Как надо поступать? Жить так, чтобы не было стыдно перед самим собой и Вселенной. Я, если что, еще немножко буддист, и перед Абсолютом мы отвечаем вообще за то, как мы живем. Ну в чем состоит вот этот опыт, как смысл жизни? Любовь, зачем человек рождается? Любовь есть смысл жизни. Любовь вообще. Ну вот любовь, да, но ведь любовь надо же... Любовь к всемусущему. Так вот, ну, я считаю, например, что надо научиться любить, несмотря ни на что. То есть, да, нужно любить, даже любить просто все, что окружает тебя. Всегда. Любить, там, не знаю, дерево под окнами, любить небо, любить... Голубей не буду, котов ради бога, а голубей не буду. И голубей тоже. Просто любовь, как определяющее состояние жизни. Ну, мы с вами... И как раз аналог нирваны Барака у суфиев достигается при... достижение всеобщей любви вообще ко всему сущему, вообще, ко всему, что окружает. Спасибо. Ну, наверное, да, в этом есть смысл. Какая мысль Канта вот вам наиболее близка
в том, чтобы вот буквально в поведении, в жизни нам. Знаете, вот, честно, не разделяю философию на именно Канта или не Канта. Вообще, как бы само по себе понятие философии, мне кажется, она это то достояние человечества, которое существует. И каждый по-своему ее трактует. И это одно из направлений, которое, в принципе, достаточно благодаря именно Иммануилу Канту вошло в нашу философию. Я сам не философ. Но не нужны вообще философы? Обязательно. Чем старше становишься, тем почему-то это становится ближе. Но в чем ценность философов? А они по-другому видят мир. Но зачем тогда они нам нужны, если они видят по-своему? Ну как, они пришли к этому, находясь в мире с нами, да, живя в одном миру с нами. Но они видят другие призмы проявления этого мира. Это же на самом деле интересно, это же многогранная ситуация. Поэтому еще лично раз подчеркивает, что мир многогранен, что наш мозг воспринимает мало, чем он может на самом деле воспринимать. Благодаря людям, которые именно занимаются, для чего мы сюда пришли, для чего мы должны после себя оставить, и вообще для чего человек существует, и кто мы, тварь дрожащая или право имеем, это одно из разновидностей. В общем, в конечном итоге это и ведет к тому, что от жизни до смерти человек проходит определенный путь, и, уходя в мир иной, оставляет после себя какие-то мысли, которые переходят его детям, от детей прадедам, правнукам, и вот пошло вот цепная реакция. Простите, пожалуйста, а можно спросить, вот чем вам интересен Кант? Как философ. А вот что, какая мысль вам этого философа Канта наиболее близка? Сложно сказать. Ну, вообще нужно его в оригинале. Мы в основном знаем в переводе, и не всегда смысл. Ну, я, например, в немецком не владею, но все-таки основная мысль-то какая-то. Можно и изложить по-русски. Вот какая мысль вам в душе? По душе? В сердце, в разуме наиболее близка. У него есть вот одна очень хорошая мысль. Он философ-идеалист. Как у идеалиста у него мысль про состояние души. Что если душа человека не стремится к Богу, то для него материального мира нет. 1908 год. Стали реконструкции. Извините, пожалуйста, мы снимаем фильм об Иммануиле Канте. Можно вопрос задать? Конечно. Вот чем вам интересен этот человек, этот философ, да? Ну, наверное, все знают, что это знаменитый философ. Ну, а чем вот он лично вам интересен? Каким биографией или какой-то идеей? Да нет, наверное. Я буду честен, ну, я не особо люблю, наверное, континентальную философию, но у него, в принципе, есть, ну, наверное, это его классическая максима. Ну, какая? Относись к другим там, как бы ты хотели, чтобы относились к тебе. Но это не его, это золотое правило нравственности, которому 5000 лет. Ну, знаете, золотое правило нравственности все-таки понятие весьма относительно. А так, мне кажется, это очень хороший принцип, по которому мы должны жить в нашем современном обществе. Ну вот его категорический императив звучит как «поступай в соответствии с таким принципом, который бы мог быть законом для всех и для всей Вселенной». Вот у вас такой принцип есть? Сложно сказать, наверное. Ну, то есть, ну, какой-то нравственный закон, который восхищает нас так же, как звездное небо над головой, да? Есть какое-то, чем вы руководствуетесь, какое-то моральное правило в отношениях с людьми? Сложно сказать. Ну, наверное, с людьми нужно поступать так, как... как они этого заслуживают? Ну, Кант говорил, что человек не должен быть средством. Человек – это цель. Ну, не относись к другому человеку как к средству. Мне кажется, что Кант здесь подходил несколько идеалистически. То есть жизнь, она другая? Жизнь, она другая, да. Люди, скажем так, не совсем равны в реальной жизни, исходя из этого. Есть равнее. Вопрос, понимаете, не в том, что есть равнее. Мы можем говорить о том, что человек как человек, как категория, как сущность, они все равны, потому что мы все живые существа, но в то же самое время у нас есть разные классовые позиции и так далее, и тому подобное.
есть отношения власти и подчинения, они связаны не только с государственной властью, но и с нашим нахождением в социуме. Мы все понимаем, что даже, условно говоря, русские рабочие и таджикские рабочие, они, возможно, и фактически равны классово, но на самом деле все равно существует определенная иерархия в нашем обществе. Допустим, к русскому будет относиться лучше, чем к узбеку, к богатому, лучше, чем к бедному и так далее. Ты лучше приведи примеры, с которыми ты реально столкнулся, находясь в Соединенных Штатах. Вот это, мне кажется, будет более жизненным примером по сравнению с тем, что мы сейчас видим у нас. Как у них происходит классовое расслоение в данный момент, и с чем ты реально столкнулся, чем ты можешь поделиться по отношению к текущей ситуации. Я думаю, это будет более репрезентативно, чем сравнивать русских рабочих с узбекских рабочих. Ну, это, в общем, примерно то же самое, потому что на самом деле, когда у нас есть определенный структурный расизм и так далее и тому подобное, относиться ко всем по-равному, это может быть... Ну, то есть жизнь черного менее важна, чем жизнь белого? Нет, давайте такие это более очень, громкие это темы очень сейчас поднимать момент, не будем. Это очень спорный момент, потому что мне кажется, что не стоит сводить все чисто к расовому моменту, потому что расовый момент скорее отражает классовый момент. А классовый момент, что это вопрос богатый, все-таки богатый черный, это все-таки скорее не то же самое, что и бедный черный, поэтому тут на самом деле момент очень хитрый. Скорее просто возвращаясь к вопросу о том, насколько сейчас действительно императив Канта и прочие такие моменты, сложно ответить, потому что мы все-таки находимся в объективной реальности, мы постоянно сталкиваемся с тем, что мы не равны. Как это ни странно, и что бы мы ни делали, мы все равно не равны. И мы рождаемся в неравных условиях и продолжаем в них существовать. И как бы не хотелось прыгнуть порой выше своей головы, есть и стеклянные потолки, которых все знают, и прочие преграды, которые сложно преодолеть, даже как бы сильно ты ни старался. Да, можно поступить в лучший университет страны, можно пойти на лучшую работу, но всегда будут существовать моменты, которые преодолеть объективно сложно или объективно невозможно. То есть Иммануэль Кант – это такой субъективный идеалист, оторванный от жизни, его этика долженствования, как должно быть, а не как есть на самом деле. Ну, слушайте, даже в рамках того, что мы видели, что мы созерцаем сейчас, что нам рассказывали, находясь на всевозможных экскурсиях, он находился в своем собственном мире, он был философом, у него было свое собственное расписание, и он мог себе позволить ту жизнь, которую не могли позволить люди, находясь в его же собственном времени. Удобно быть философом и говорить о идеальных вещах, о нравственности и прочем, когда ты не сталкиваешься с бытовыми проблемами, находясь ежедневно, вот, когда ты каждый день вынужден испытывать голод, холод и другие вещи. Удобно философствовать, удобно стремиться к какой-то нравственности. Но он тоже прошел через это. Он вырос из низов благодаря своему интеллекту, своему, так сказать, учебе своей. А как много людей мы можем назвать сейчас, которые оказались в такой же ситуации? Для нас это Ломоносов. Ломоносов уже не совсем для нас, это все-таки уже несколько веков назад. Ну, скажем, тот же изобретатель на телеграм-канала, да, тоже как бы из низов, пожалуйста. Меня интересует другой вопрос. Идеи Канта, они жизненные, имеют силу жизненную, или это такая игра ума, оторванная от жизни, или практической жизни? Конечно, имеют, но это больше этика для лучшего мира. Это то, к чему мы должны стремиться, нежели чем то, как мы должны вести себя сейчас. Ну, он так и говорил, что эта этика, стремление человека к счастью, она все равно имеет обоснование в качестве бессмертия души. Бессмертие души логически из этого вытекает, так же, как и существование Бога гаранта нашей нравственности и нашей добродетели. Но тем не менее, уже что, совсем, значит, философия, она отделена от жизни? Нет, неправда, никто ее не отрекает полностью от жизни. Просто всегда люди будут стремиться к идеалу тогда, когда им проще к нему стремиться, когда у тебя здесь и сейчас все естественные потребности по пирамиде Масло удовлетворены. Мы же все ее помним, что, находясь на самом низшем уровне, мы удовлетворяем свои естественные потребности, поднимаясь выше, 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 мы уже можем достигать каких-то плюс-минус идеальных ценностей. Кант-то как раз говорил о том, что человек характеризуется не своими стремлениями животной природы, а нравственным поведением. Несомненно, но вы же спрашиваете как? Вы спрашиваете, можем ли мы сейчас в настоящем времени этим руководствоваться? Да, можем, но в зависимости от того, кто и на какой ступени своего собственного развития находится. Вот, наверное, так. Все люди, хоть мы все и равные, но все мы развиваемся по-разному. Мы снимаем фильм об Иммануэле Канте. Можно вопрос задать? Да. Чем вызван ваш интерес к Иммануэлю Канту? В данный момент. Ну что вот, чем вам интересен этот человек? Ну, то, что он наш земляк, хотя бы поэтому.
Ну, уже хорошо. Ну, а еще что? Какие-то мысли Канта вы разделяете, знаете? Ну, я в этом не сильно силен, так сказать, не разбираюсь. Да, я тоже не заострял внимание на это. Но философию изучали, над смыслом жизни-то вообще задумывались? Да. Ну, вот в чем лично для вас смысл жизни? Интересный, сложный вопрос, неожиданный. Ну, наверное, оставить после себя потомство, наследие. Наслаждаться каждым днем. Наслаждаться. А Кант говорил, что как раз не наслаждение характеризует человека, а его нравственные поступки. А, понятно. Будем иметь в виду. Не знали об этом. Помните такое высказывание, что его восхищает звездное небо над головой и моральный закон внутри нас? Слышали? Да. А вот у вас есть такой какой-то моральный закон, моральное правило, которое... Безусловно, да. Есть у вас, да? Можете сформулировать? Мое правило – поступать по совести всегда. По совести, да? А, ну, а совесть – это что такое? Совесть – это, не знаю, как... внутренний, что ли, стопор, когда, ну, вообще просто голос, который подсказывает, как можно поступить, а как нельзя.